В рамках общереспубликанских профилактических мероприятий «Месяц безопасности дорожного движения» сотрудники Прикубанского ОГИБДД совместно с активистами школьного движения «Юные помощники полицейских» провели плановую информационно-пропагандистскую акцию. Ахмат Халкечев продолжит тему. Главный пропагандист Прикубанского отдела ГИБДД Заурхат Пушев вначале провел краткий инструктаж для юных помощников полицейских. Школьникам он объяснил, как нужно представляться перед тем, как обратиться к водителям, и что к проезжей части можно подходить исключительно в сопровождении сотрудника. В 2022 году у нас на территории Прикубанского района было зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий с участием совершеннолетних детей. В двух из них, значит, у нас дети получили ранения. Казалось бы, это не, может быть, не такая устрашающая цифра, но на самом деле это довольно-таки серьезно в любом случае, потому что и район у нас небольшой. Я считаю, что на нашу численность это все равно очень серьезная такая цифра. Учащиеся специализированного класса общеобразовательной школы поселка Кавказский запустили сразу две информационно-пропагандистские акции «Письмо водителю» и «Засветись». Кроме писем, в которых важные напутствия, юидовцы дарили водителям еще и фликеры. Сделайте своих детей заметнее, чтобы машины не погнали. Спасибо вам. Это будет очень полезная вещь. Ну, нам портфель наклеить, там на это наклеить, поэтому... Я думаю, что это очень хорошая и полезная акция. Хотел бы, чтобы чаще было такие акции. Это будет дисциплинировать наших водителей. Информационно-пропагандистская акция направлена прежде всего на упреждение роста дорожно-транспортных происшествий. Как отмечают полицейские, абсолютное большинство ДТП случается из-за несоблюдения требований дорожных знаков, разметки и скоростного режима. Ахмат Халкечев, Расул Бердиев, Вести Карачаево-Черкесия, Прикубанский район.